Приветствую, я Василий Голованов, и мой собеседник сегодня – социолог и публицист Игорь Эйдман. Игорь, я вас приветствую, спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. Добрый день. Традиционно я хочу попросить зрителей поставить лайк под видео для того, чтобы YouTube рекомендовал другим пользователям тоже, а начать я хочу с информации, даже не с информации, а такая вот из разряда «ходят слухи», не люблю обсуждать слухи, тем не менее, вот в информационном пространстве появилась новая такая, значит, история, что 9 мая, в такой знаковый для Путина день, он объявит или может объявить окончание так называемой специальной военной операции. Игорь Валерьевич, вы как думаете? Ну, во-первых, как вы помните, наверное, тоже как человек, следящий за повесткой, таких подобных слухов было уже множество. И, значит, назначали какое-то экстренное сообщение от Путина на 24 февраля этого года, на годовщину вторжения. Тоже он должен был что-то сказать, то ли, значит, что все, ура, мы победили, то ли наоборот, что, ах, мы проиграли, но неважно. В общем, ничего он, конечно, не сказал, ничего он не объявил, ни мобилизацию, на которую тоже тогда писали, ни окончание войны. Вот, значит, поэтому ничего не понятно совершенно, будет он что-то говорить или не будет. Вы знаете, как в этом в анекдоте, да, в известном, значит, блондинку спрашивают, какая вероятность встретить на улице города динозавра? Она говорила, 50 на 50. Как 50 на 50? Ну, или встречу, или не встречу. Ну, вот это примерно здесь вероятность того, что он, значит, что-то там объявит 50 на 50. То есть или объявит, или не объявит, никто толком не знает. Он непредсказуем, в принципе. Человек, находящийся в состоянии давно уже стойкой психологической неадекватности, его прогнозировать, его действия невозможно. Потом время, и вообще время течет быстро, и события происходят стремительно, все меняется регулярно. И вообще мы не знаем, какая будет ситуация, например, на 9 мая на фронте. Да? То есть по многим, значит, и опять-таки предсказаниям, но в данном случае все-таки не из каких-то анонимных источников, а все-таки из-за той же западной прессы, есть вероятность того, что до этого момента будет уже начнется наступление ВСУ против российских оккупантов. Естественно, что это может смешать все карты, даже если Путин что там и планирует. Да? Объявлять об окончании специальной военной операции в условиях, когда, значит, наступающие украинские войска будут там громить, значит, российскую армию в Запорожье и в Донбассе, конечно, будет очень сложно. Поэтому все это пока разговоры, но главное, что самое, скажем, печальное в этой ситуации, что мы ничего не знаем, да, что фактически мир находится в многочисленной степени в заложниках абсолютно неадекватного человека, который не может выкинуть в любой момент любое коленце, да, хоть войну начать какую-нибудь еще более глобальную, хоть прекратить, непонятно ничего, и шансов на то, что будет какой-то позитивный результат, да, что он как бы вдруг, ну, прозреет и начнет действовать по ликвидации последствий своего кровавого преступления в лице этой агрессии, шансы на это очень низкие. А как вы расцениваете его поездку в Херсонскую область? Там вот аналитики посчитали, что он там, он или тот, кто похож на него, был в 130 километрах от линии соприкосновения. Это как-то вот попытка своей аудитории показать, что я альфа-самец, что я могу, я еще куда-то. А то все Зеленский на передовой, то под Бахмутом, то в другой горячей точке, а он все в бункере с Шойгу за 30 метров за столом. Ну, если такая попытка была и была, то она была совершенно вялой, бессмысленной и жалкой. Вообще с этой поездкой опять-таки как полная неопределенность. То есть мы знаем только одно, что кто-то куда-то поехал когда-то, и там, значит, снял какой-то фильм, о нем, вернее, о его поездке сняли фильм. Кто поехал, был ли это Путин или какой-то там вот двойник, тройник, толком никто не знает. Значит, куда поехали, тоже были разные версии, то ли он там чуть ли не на фронте был, то оказалось вдруг, что он был далеко, значит, в безопасном месте, но толком тоже никто не знает. Может, он вообще это все снято в павильоне Мосфильмов, никто не знает. Когда поехал, опять-таки есть разные версии, значит, сначала объявили, что это было после Пасхи, 17-го, по-моему, числа, но тут же показывают кадры, где Путин говорит о Пасхе, естественно, о православной Пасхе, в будущем,
времени, да, что только будет Пасха. То есть это было, значит, до Пасхи, то есть там за несколько дней до этого. То есть даже толком никто не знает, когда поехал. Поэтому, в общем, народ, что называется, как слепые котята, тыкаются, но понять не могут, чего там было, когда, кто, куда, чего, зачем, тоже не очень понятно. Так что все это, в общем, какое-то произведет впечатление, какое-то, во-первых, жуткого какого-то постмодернизма, когда вообще непонятно, где реальность, а где отражение этой реальности в СМИ, да, где это выдуманная, сконструированная политтехнологами реальность. И с одной стороны. С другой стороны, конечно, понятно тоже, что это демонстрирует закрытость абсолютной российской власти, их непредсказуемость, то, что они там живут и принимают решения где-то у себя там в абсолютно герметично замкнутом пространстве, а населению скармливают, стравливают вот такую дешевые такие видеоподделки, в которых тоже ничего не понятно, что происходит в реальности. Недавно Путин предложил подумать над вариантом названия «Пионеры» для молодежных организаций. Победила версия движения первых, «Пионеры» заняла 4-е из 5, что Путину, видимо, не понравилось, потому что он сказал, ну, первые, это же по-старому, можно сказать, «Пионеры». На что ему возразили, что ну, это же выбор значит, вот самих участников, самой молодежи. Ну, на что Путин сказал, подумайте над этим, пожалуйста, ладно. На что ему, естественно, сказали, что хорошо, подумаем. Как думаете вы по поводу пионеров и вот той кальки, которую строит Путин Советского Союза? Если подумать, что человек, который 35 лет пролежал в коме, он сейчас выйдет из комы, увидит, что пионеры подносят цветы Ленину на Красной площади, а звучит гимн Советского Союза, пусть немножко с другими словами, то для него, этого человека из комы, мало что поменялось, ну, кроме ценников в ЦУМе. А откуда вот это патологическое желание скопировать Советский Союз? Ну, тут два момента, может быть, такой, скажем так, рациональный или квазирациональный и чисто эмоциональный у Путина, да? Значит, первый момент. Как только пришел Путин к власти, началось уже восстановление некой советской символики. Я помню, ну, тот же гимн, музыку, например, гимна восстановили. Слова, значит, тоже Михалков быстро состряпал новую версию. И причем это все делалось, естественно, не потому, что там люди ностальгировали по СССР. Я помню, что этим в том числе занимался политтехнолог, такой был Глеб Павловский, ныне покойный, который был во время Советского Союза вообще диссидентом, да, в ссылке был и так далее. Я уверен, что он абсолютно не ностальгировал по СССР. Просто они решили, что населению, к которому они все страшно цинично относились тогда, не только Путина его комарили, но практически все российские политики, политтехнологи, те же тоже Павловские и прочие, что нужно этому населению, которое явно ностальгирует по Совку, скормить какие-то символы Совка, чтобы оно немного успокоилось. При этом как бы содержать ничего не меняя. Ведь никого не пришло в голову тогда, например, пересмотреть результаты приватизации 90-х. Почему? Потому что понятно, что это было бы реальные интересы миллиардеров там и так далее. На это у них, естественно, даже мысли такой, я думаю, не было. А вот взять и придумать для... как они его воспринимают, быдло, плебса своего, какую-то такую, значит, сказку о том, что вот мы почти в СССР, вот у нас уже и гимн СССР и все такое. Это пожалуйста. И я думаю, что сейчас происходит примерно то же самое. При том, что внутренняя, конечно, содержательная и экономика, особенно экономика российская, ну, отличается совершенно на диаметрально абсолютно от советской экономики. Это, кстати, помогает ей выживать, потому что она все-таки, несмотря на все, достаточно рыночная экономика, и, в общем-то, она работает в интересах крупной буржуазии российской, часть которой одновременно является и высшими чиновниками. То есть это такой признак, кстати, такого этатистской системы, да, не демократической, когда бизнес и капитал сросся. Но в любом случае это не похоже на СССР совершенно. Да? Если брать просто даже привилегии чиновников российских, то, значит, по сравнению с ними, я думаю, что Брежнев жил примерно сейчас на уровне какого-нибудь заместителя главы районные управы города Москвы, вот, просто не выше, вот, со всеми его дачами там государственными и государственными охраной и прочее. Потому что они, ну, совершенно другая система. Коэффициент Джини, говоря экономическим языком, да, это, знаете, это коэффициент соотношения доходов самых богатых и самых бедных людей в
России коэффициент Джини, он на уровне самых диких стран мира, да, развивающихся, где только недавно была еще, значит, колониальная система и так далее. И так далее. То есть в Европе гораздо более социалистическая экономика, чем в России. Там коэффициент Джини гораздо ниже и богатые не настолько, что называется, превосходят по уровню жизни бедных, как это в якобы чуть ли не реставрировавший социализм России. Так что все это чепуха, все это, все эти попытки вернуть совок, это чисто делается для оболванивания народа населения, старшего, прежде всего, поколения. Это с одной стороны. С другой стороны, им нужно же и другие новые современные механизмы уже манипулирования младшим поколением, детьми, там, подростками и прочее, прочее. Это второй момент, и он тоже присутствует. Почему? Потому что в российских верхах считают, что они потеряли поколение тех, кому сейчас вот примерно лет 20, да, и, ну и, соответственно, 20-25, так вот примерно, и даже кому чуть не меньше. Это видно и по всем опросам, об этом говорил и директор ЦИОМ Федоров, что наименее, как они считают, патриотичная, то есть наименее пропутинская категория населения, наименее лояльная к войне категория населения, это как раз молодежь. И вот, и, значит, по этому поводу на всяких закрытых совещаниях в Кремле уже давно гром и молнии мечут, что вот прозевали молодежь, плохо работают с молодежью. Но что они могут сделать? Они могут сделать только повторить своих тоталитарных предшественников. Вот создать что-то типа пионерии или Гитлер-Югента. Но Гитлер-Югент — это не бренд, который не, как бы, не будет сейчас воспринят населением. Да и в мире будет как-то сложно, но если даже назвать это Путин-Югент или путинская молодежь. Как-то это будет ассоциации слишком будут торчать из этого. Ну давайте мы назовем пионерии или там первыми. Это второе, да, второй момент. Пытается манипулировать молодежь. Но на это, знаете, у них нет времени просто. Потому что для того, чтобы вырастить поколение рабов своих, вырастить поколение зомбонавтов таких, нужны годы. А этих лет, я думаю, путинской России, путинского режима уже нет. И последнее, я думаю, может быть, и сам Путин уже, он как бы старый человек, ему уже за 78-й десяток идет. Он, наверное, ностальгирует по временам своего босоногого детства, когда он бегал с красным галстуком, значит, по двору своему питерскому. И ему, наверное, приятно самому реставрировать вот такие образы из своего детства. А по поводу Гитлер-Югент, так есть уже всероссийское детско-юношеское общественное движение, позиционирующее себя как военно-патриотическое, являющееся одним из главных механизмов для милитаризации и мобилизации военной подготовки молодежи, созданное в России в 2016 году, называется «Юнармия». Да, но смотрите, все-таки в «Юнармии» там ходят не все, а в «Пионерию» и в «Гитлер-Югент» ходили практически все дети того возраста, когда это было положено, что называется. Я вот тоже был пионером, не поверите. Я не был. Не был, но вам повезло, вы, наверное, более позднее время росли. Вот. А в мое время были все пионеры, 100% охват был. Вот в школе ни одного дня пионера в классе не было. То же самое с Гитлер-Югентом было. Но это юнармия, насколько я понимаю, это юнармия, все-таки это некое явление, не тотальное. Они хотят тотальное сделать. Они хотят восстановить полную, тотальную обработку идеологическую молодежь с детства. Они уже детских садов обрабатывают молодежь теперь. Теперь будут... Единственное, что меня радует, что у них просто нет времени вырастить как такое поколение зомбонавтов. У них есть поколение зомбонавтов, это пожилое поколение, тоже, конечно, не все, не буду здесь предаваться эйджизму, значит, и всех обличать, значит, пожилых людей, конечно, среди них множество адекватных, умных там, и образованных и прочее, прочее, но большинство пенсионеров все-таки его зомбировать удалось. А вот у молодежи не получается. И, как я уже сказал, времени на это у них нет, я думаю, властей. Да, но старшее поколение хорошо, когда нужно идти на выборы, когда нужно идти на войну, мы как раз молодое поколение. Да, конечно, это тоже одна из причин, почему они сейчас схватились за голову. Не хочет молодежь воевать? Не хочет. Никакого подъема не было и нет патриотического. Чтобы молодежь шла, значит, в военкоматы записываться. Нет такого. То есть есть как по контракту, да, за большие деньги люди, которые просто не на что жить, да, как из всяких глухих сел в разных регионах депрессивных идут. А молодежь-то как бы сама по себе нет. Я хочу сказать, что это редко отличает эту войну от, я не знаю, от той войны, которая шла, как называется она, в пропаганде российской Великой Отечественной, то есть часть Второй мировой войны, в которой Россия участвовала. Вот мой отец, например, ему в 14 лет пошел в военкомат проситься на войну.
да, когда она началась. Но ему, к счастью, как он потом говорил, не стесняясь, к счастью, отказали в этом деле, сказали, ты еще парень маленький, иди, типа, гуляй. А потом уже, собственно, когда ему стало 18, и война уже заканчивалась. Так что он и не попал на войну. Ну вот, но суть в том, что позыв такой был. И люди шли массово в военкоматы и записывали. Сейчас ничего такого нет. И ничего они не сделают. Не сделают абсолютно. У них нет времени на чтобы зомбировать людей, а чтобы рационально их мотивировать воевать, тоже они не могут. Почему? Потому что есть люди, как бы делятся на тех, кто, молодежь, по крайней мере, понимает, что это война преступная, и на тех, кто просто для кому она просто неинтересна, и они не хотят рисковать жизнью ради непонятно чего. Понятно же, что никто, украинцы не вторгались в Россию. То есть непонятно ради чего рисковать жизнью, непонятно ради чего подвергать себя таким сложностям, трудностям военным. И поэтому молодежь и не идет воевать. Во время Второй мировой войны, точнее после, когда уже был период поствоенный, и советский кинематограф, он героизировал, идеализировал Вторую мировую войну, и когда люди из окопов вставали в полный рост за родину, за Сталина, бежали, умирали через там 3 метра. Вы верите в эту историю пропаганды, или все-таки люди вставали из окопов с какими-то другими словами, мама или что там матерное, может что-то, ну, перед смертью? В общем, это было такое, ну, как бы глобальное явление, да, это Вторая мировая война, в которой участвовала Россия, там были миллионы людей, миллионы погибших и десятки миллионов участников этой войны. Конечно, я думаю, было всякое. И есть, я читал с интересом и военные дневники, и всякие исследования, и художественную литературу, и многие пишут, что у них никто, значит, не говорил там за родину, за Сталина. А другие пишут, что у них говорили. То есть я думаю, все индивидуально. Я сошлюсь еще тоже на, скажем так, есть такой раздел, да, в истории, раздел или вид исторических источников, да, это устная история, устная. Я, как человек уже, значит, не самого молодого поколения, я застал многих участников войны, и, в общем-то, я тоже помню все эти рассказы. Интересно, что очень четко делилось, были разные, и так как и сейчас, были разные социальные страты, они вели себя по-разному. Например, люди деревенские, из деревень, пережившие коллективизацию, если они не принадлежали к активу, они были в меньшей степени зомбированы. Они были в большей степени настроены антисоветские, в меньшей степени зомбированы. Просто не доходило, видимо, зомбопропаганда до них. А вот городские комсомольцы, которым, значит, промывали активнейшим образом мозги, как бы там, особенно в крупных городах, что, кстати, абсолютно не так, как сейчас. Сейчас все наоборот. Сейчас молодежь из крупных городов зомбирована в меньшей степени, а больше зомбированы люди из мелких населенных пунктов. Так вот, а тогда умели работать, что называется, с молодежью, да, вот вы помните, да, все эти, значит, парады физкультурников и прочее. Вот молодежь от крупных городов, она была в большей степени зомбирована, и там запросто могли орать и за родину, за Сталина, и что угодно. Вот, так что все было по-разному. На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Путин и Кремль не оставили идею захвата Киева. Как думаете, это тоже вот тот пунктик восстановления, возвращения Советского Союза? Вот это союзное государство с Белоруссией, попытка захватить Киев и не только Киев, другие регионы Украины. Это вот такая фантомные боли по Советскому Союзу? Ну, во-первых, это прежде всего пунктик даже не в какой-то схемах политологических, а пунктик в голове больной Владимир Владимирович Путина. У него и абсолютно точный пунктик на Украине. Он реально сошел с ума на этой почве. То есть, может быть, у него причины другие были, но вылилось именно это в таком комплексе совершенно патологической ненависти к независимой Украине. Примерно такая же история была с Гитлером. Тот сошел с ума на почве евреев, на почве антисемитизма. Значит, Путин сошел с ума на почве украинофобии. Он считает, и это совершенно прорывается у него, это я не фантазирую, это легко считывается из его речей, что его историческая миссия, вообще историческая миссия, как лидера государства, это воссоединить, как он считает, ну да, фактически захватить Украину и создать новую Российскую империю, по крайней мере, на базе трех славянских стран. Значит, он прямым текстом об этом говорил еще до 24 февраля, что он говорил, что, например, он не считает, что нужно возвращать Среднюю Азию, потому что это такой русско-славянский компонент в России размоет.
как ведущий. А вот славянские республики запросто. То есть я сейчас, конечно, своими словами излагаю, но смысл был именно такой же. Я, кстати, думаю, или практически уверен, да это даже, опять-таки, пробалтывали и пропагандисты российские, какая, что схема предполагалась такая 24 февраля прошлого года. Значит, они быстро захватывают Украину, ставят там своего какого-то ставленника к власти, это мог быть Янукович, мог быть кто-то другой, тут есть разные версии. Дальше, значит, собирают Лукашенко, вот этого Януковича или кого-то другого, да, из Украины, и Путина, Беловежской пуще, там они выблевывают тот коньяк и водку, которые выпили Борис Николаевич Ельцин, Шушкевич, и Кравчук, и, значит, принимает решение о денонсации Беловежских соглашений, о восстановлении Союза. И это все приурочено должно было быть к 70-летию Путина, которое состоялось в октябре прошлого года, в начале октября, не помню, точно его не хочу помнить, день рождения у тирана. Значит, вот. Но все это должно было к нему приурочено быть, и он должен был встретить свое 70-летие уже в качестве такого императора новой русской империи, Российской империи, да, Третьего рейха Российского. Первый рейх был Романовых империя, второй рейх это был Советский рейх, СССР, и Третий рейх почти по Гитлеру, это должен был тысячелетний, естественно, как же без этого, это должен быть путинский. И все это было, да, и тут, естественно, что в 70-летие его должно было, конечно, справляться не так, как оно было справлено, а с огромной широтой и размахом, значит, и в Москве, Киеве, Минске одновременно, значит, толпы людей должны как были... Как Олимпиада? Что? Как Олимпиада? Ну, типа, да, что-то тоже в античном таком ключе, только не в аналог не с Древней Грецией, а с Древним Римом императорским периода упадка, да, оргии там, и так далее. Вот что-то такое они должны были учредить. Но в результате все, в общем, гора родила мыши, и Путину надавали по морде в Украине, и в результате он что, единственное, что он смог родить к своему 70-летию, какой сам себе подарок преподнести, очень сомнительный подарок. Он, очевидно, именно к этой дате, если мы просто сопоставим дату аннексии, дату его дня рождения, аннексировал, формально аннексировал 4 полузахваченных региона Украины. Но, естественно, что вся эта пилюля, она была, ну, хотя бы явно уже не того вкуса, на который он рассчитывал, потому что буквально, значит, уже чуть ли на следующий день после этой аннексии куски, проглоченные куски пришлось выплевывать назад. Я помню, что тогда же они сдали там какие-то города очередные, и дальше процесс этот пошел, потом Херсон сдали и так далее. То есть все это уже было, значит, триумф был явно испорчен, и это был не триумф, а какая-то жалкая пародия. Так что, конечно, он на это рассчитывает, но это его бзик, это явно это просто проблемы у дедушки с психикой совершенно 100%. В России в новой редакции учебника «Окружающий мир» для 4 класса, выпущенного издательством «Просвещение», убрали несколько упоминаний Киева в главах об истории Руси. Об этом сообщает Медиазона. Значит, в старом издании говорилось, что летопись «Повесть временных лет» написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестор стал просто монахом, таким, без уточнения места службы. Также обратили внимание, что в версии учебника 21 года говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой версии просто в столице. Также поменялась фраза: после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь. Теперь она звучит так: после смерти Олега Русью стал править князь Игорь. Что это за такая попытка вымарать слово Киев из учебников детских для 4 класса? Ну, те, кто эти учебники сочиняет, кто там вымарывает разные исторические факты, они сами недалеко ушли от учеников 4 класса. Вот детский сад, конечно, полный. То есть это просто демонстрация того, что реально, видимо, не только фюрер, но и его подстраиваясь под него, и его подчиненные просто слегка сошли с ума. У них вот такая болезненная реакция уже на слова. Понятно же, что речь идет о Киеве, но само слово «Киев» уже вызывает у них, видимо, какой зубовный скрежет и резкое повышение давления. Они его поэтому вымарывают. Завтра, значит, они... Я думаю, что это еще не конец, да, если
этот режим просуществует еще какое-то время, то, ну, не знаю, в следующем году новую версию выпустят учебников. Там окажется, что все это дело происходило в Москве, а Нестор был не монах Киево-Печерского монастыря, а сотрудник администрации президента Путина, например, или что-нибудь в этом роде. Так что предела человеческого безумия нету, и поэтому можно ожидать. Единственное, на что как бы можно надеяться, это то, что, как я уже говорил, у них просто времени элементарно нет, что этот режим приговорен. Хочу поделиться информацией, услышать ваше мнение по поводу заявлений и вот передвижений по свету. Президента Бразилии Луис Инэнсио Лула да Сильва прямо осудил российское вторжение в Украину после резкой критики со стороны США. Значит, в Вашингтоне обвинили Лулу да Силву в том, что он придерживается тезисов китайской и российской пропаганды. Бразилия с самого начала войны России с Украиной занимала нейтральную позицию. Да Сильва называл российское вторжение ошибкой, однако публично воздерживался от прямого осуждения действий Москвы. Бразилия не присоединилась к антироссийским санкциям, а также неоднократно отказывалась продавать Украине боеприпасы, несмотря на прямые просьбы европейских стран. Однако, отмечает The Guardian, Запад все чаще стал рассматривать такой нейтралитет как де-факто поддержку действий России. Игорь, как вы считаете, все-таки Бразилия на стороне западного мира и Украины, или все-таки больше дружат с Путиным, Северной Кореей и Лукашенко? Нет, да я думаю, что Бразилия пытается здесь соблюдать нейтралитет, потому что, с одной стороны, это демократическое государство, в отличие от Китая, до того же. Заметьте, путинские союзники, они такие же все тоталитарные страны, как и сама путинская Россия, и Китай, и КНДР, там, Иран и так далее. Вплоть до Никарагуа, где Лавров, по-моему, сегодня. А Бразилия — демократическое государство. Сам Лулу, да, он известный, как бы такой человек левый, да, левых убеждений. Он не, конечно, не является, не, он, скажем так, не продался физически Путину и не является его идейным каким-то сторонником. Он скорее такой левый идеалист. Но реально, конечно, он, к сожалению, не из Бразилии, при нем и при его предшественнике, который был, наоборот, крайне правый, кстати, она не идет, что называется, вместе с мировым сообществом, не противостоит этому злу, этому угрозе. Здесь, я думаю, сказывается такой типичный латиноамериканский антиамериканизм. Для того, вообще, для того, чтобы политику в Латинской Америке быть популярным, нужно, значит, по поводу гринго отзываться лучше неодобрительно и, в общем, показывать, демонстрировать, что они независимы от США. Но это связано с тем, что еще с доктриной Монро связано, что еще в 19 веке была принята доктрина Монро, которая, в общем-то, декларировала господство США на всем континенте. Значит, и, собственно, латиноамериканские страны, многие народы, они имеют такую антиамериканскую подсознательную, да, такие по Юнгу комплексы, да, коллективное бессознательное. Латиноамериканцы не любят своего северного соседа США. И Лулу, естественно, под это подстраивается и пытается вести себя независимо. Я думаю, что России, конечно, помогать не будет. Это 100%, здесь мы можем быть спокойны, но и какого-то толку от него в противостоянии путинской агрессии ожидать тоже не стоит. Игорь, спасибо вам большое за интересный, насыщенный разговор. Благодарю вас. Всего доброго. Дорогие зрители, еще раз напомню, поставить лайк под этим видео, подписаться на YouTube-канал и, конечно же, хочу подякувати Збройним силам України за те, що в мене є можливість записувати ці інтерв'ю. Дякую, до зустрічі.